Бесплатная ярмарка Free Market в Иванове отмечает пятилетие. Начиная с 2009 года группа активистов раздает одежду, диски, книги. Новые хозяева для хороших вещей, как правило, находятся быстро. Да и интерес к самим ярмаркам не угасает. Организаторы стараются заманить посетителей интересными мероприятиями, мастер-классами, чтением стихов или даже песнями под гитару. Вначале ребята в Москве, в Питере начали организовывать такие ярмарки, но потом подхватили, там, не знаю, Мурманск, там, Екатеринбург и так далее. Вот. Мы с ребятами тоже подумали, почему бы в Иванове такое не сделать. И в 2009 году мы решили попробовать. Люди начали приходить, нам стало это интересно. Мы видим то, что как бы, это помогает людям. Есть постоянные посетители. В настоящее время бесплатная ярмарка проходит в областной детско-юношеской библиотеке на Крутицкой с периодичностью 1-2 раза в месяц. Не все вещи пользуются популярностью. Так не стоит приносить нижнее белье, наполовину использованные средства личной гигиены. Ну, мне пригодятся, конечно, вещи, которые сильно поношенные, с какими-то стойкими загрязнениями. Там, иногда люди приносят там, рубашки там, с желтыми подмышками. Вот, то есть нам приходится это все сортировать потом дома и приходится половину выкидывать, к сожалению. Зато книги всегда пользуются особенной популярностью. Нам принесли очень много интересных книг. Паула Коэльо, Хемингуэй был его, забрали, ну прям сразу же, прям приходили, книжечки забирали. Вот. Вещи тоже забирали, но вещи не так вот. Сегодня прям книги. За время существования бесплатной ярмарки ивановцы пытались приносить и домашних животных, но организаторы фримаркета не приветствуют такой подход. Все-таки котята – это не вещи, и им на ярмарке не место. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.